развлекательное телевидение. Oh, yeah. Тюрлей. Счастливое мгновение праздника. Их роман называют величайшей любовной историей 20 века. О чем ты думаешь? Какие чувства переживаешь, зная, что ты настолько любим? В 1936-м все американки так хорошо танцуют. Не знаю, Ваше Величество, я не со многими танцевала. Один роман. С днем рождения, Оэ. Кто это Оэ? Уоллес и Эдвард. Я никогда не видел, чтобы человек был так одержим кем-либо, как он был одержим ею. Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Татьяна Реймонд. Сегодня 14 февраля, и мы с вами находимся в кинотеатре «Цитадель», где с минуты на минуту состоится долгожданная премьера нашумевшего фильма легендарной певицы Мадонны «Мы верим в любовь». You sadness is us Madonna's film? Yeah. Yeah. Absolutely some use Valentine Diena. Yes. Paldies, paldies. Ko gaidat no filmas? Labu sižetu. Yeah. Un kas jūs vairāk interesē? Aktieri solās būt labi. Un Madonna's film, nu, pastīsimies, kā viņai tur veicās. Vispār Madonna patikums? Yeah. Jums Madonna vispār labāk patika kā režisors vai kā muzikants? To redzēsim pēc filmas. Un ko jūs vispār gaidat no filmas? Vienīgais īstenībā, ko varēja, ir šodien tā kā piesaistīja uzmanību, ko Valentīna dienā varēja apskatīt. Tāpēc mēs izvēlējāmies atnākt. Un ko pēc filmas darīsiet? To arī redzēs. Поздравляю вас с праздником, с Днём Святого Валентина. Вы все очень красивы, прекрасно выглядите. Ой, очень приятно слышать такие слова, особенно в кинотеатре и после работы. Послушайте, вы пришли на фильм «Мадонны», отпразднован 14 февраля? Да, да. Почему именно этот фильм? Ну, по комментариям показался один из самых интересных. Ну и, конечно, интересно, что сняла Мадонна. Вы знаете, что это ее уже второй фильм? Знаем, да. Смотрели первый? Нет. Если этот фильм будет интересный, то мы обязательно посмотрим и первый. Он серьезно настроен по поводу нее, Ваше Величество. Что означает серьезно? Она замужняя женщина. Правительство вас не поддержит, и премьер-министр тоже. Я отрекусь от трона. Я буду самой презренной женщиной в мире. Это уже вторая режиссерская работа певицы. В 2008 году она уже сняла свою работу «Грязь и мудрость», которая, к сожалению, не удостоилась высоких отзывов у кинокритиков. Добрый вечер. Сегодня 14 февраля. Поздравляю. Спасибо большое. Вас также поздравляю. Вы одна? Да. Но я думаю, что именно сегодня вы встретите свою любовь, возможно, даже в этом зале. Что вы ожидаете от фильма? Ну, я ожидаю интересных каких-то эмоций, потому что я очень ждала второй фильм «Мадонна», потому что это ее вторая картина. Первая, конечно, была не очень удачная. Я очень большая поклонница «Мадонны», поэтому я думаю, что она меня горчит. Тем не менее, что интереснее, состав актеров или режиссерская работа? Я думаю, сам фильм, о чем он, именно то, что историческая драма, я очень люблю исторические фильмы. Поэтому очень интересную историю она выбрала для вот, показа в фильме. Вот, поэтому, я думаю, будет вообще все интересно очень. И актеры, и она номинирована на «Оскар» как лучшая песня, поэтому я все это хочу видеть сегодня. Мы тоже хотим это видеть, и совсем скоро мы это увидим. Большое спасибо, приятного вечера. Спасибо вам тоже. В наше время. Спокойной ночи, мисс. Миссис Винтроп. Одна женщина. Кому интересны герцог и герцогиня? Сюжет достаточно интересен и основан на реальных исторических событиях любви между разведенной американкой Уоллес Симпман и королем Великобритании Эдуардом VIII, который ради своей любимой оставил престол. Поздравляем вас с Днем Святого Валентина. Спасибо. Желаю вам огромной, чистой и большой любви. Спасибо большое. Сегодняшний вечер вы решили посвятить
этому фильму. Да. Вы что-то слышали уже об этом фильме? Ой, наслышаны очень. То, что режиссер Мадонна, вы все-таки знаете? Да. А первую работу ее смотрели? Нет. Вы верите в любовь? Конечно. Девочкам нравятся сказки. Думаете, они жили долго и счастливо? Открыла подлинную историю. Я слышала, что вы храните письма. Я думаю, очень важно рассказать об этом с ее точки зрения. Добрый вечер. Мы очень рады вас видеть на премьере фильма. Добрый. Вы сегодняшний вечер решили посвятить просмотру этого фильма? Да, я уже посмотрел. Фильм очень понравился. Всем рекомендую. То есть вы уже его видели только что? Я его видел не только что, даже чуть-чуть раньше. Ого, эксклюзив прям. Да. Ну и что скажете, что вас поразило, что вас потрясло? Ну, большая история любви, все красиво. Вот если такая любовь будет у всех, то ну, я за всех порадуюсь только. Ну дай бог, дай бог. В этом мире, да. А вы смотрели предыдущую работу Мадонны? Ничего не могу сказать, честно, не видел. А, например, по 10-бальной шкале, как бы вы оценили этот фильм? Ну, высоко. Высоко. Задело? Задело, зацепило, взгрустнулось, сопереживалось очень много героям, конечно. Все красиво. Дорогие друзья, если такие слова мы слышим от мужчин, то значит фильм на самом деле достоин наивысшего внимания. Лондон ошеломлен. Король Эдвард VIII намерен публично отказаться от короны. Я нашел невозможным исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю. Добрый вечер. Поздравляем с Днем Святого Валентина. Вы сегодня одна? Добрый вечер. Нет, я сегодня не одна, в компании своих друзей. Ну что ж, то есть День Валентина все-таки удался? На 100% удался. Я в кругу любимых меня людей и думаю, что это праздник. Почему выбрали этот фильм? Ну, конечно же, меня заинтересовало, что здесь режиссером выступила Мадонна. А мне кажется, что Мадонна все-таки лучше поет, чем снимает кино. Ну, сегодня и посмотрим. А первый фильм вы уже видели? Нет, к сожалению, не видела, но если мне понравится этот фильм, то думаю, что обязательно посмотрю и первый. Ясно. Это завершение вашего вечера или что-то будете делать после фильма? Нет, после фильма поеду в гости. А наш телеканал смотрите? С удовольствием. Очень нравится ваш телеканал. А что больше всего нравится? Очень нравится «Мир глазами неба» и очень хороший фильм показывать. Теперь фильмы у нас будут еще лучше. Мир ополчился против нее, но она не отступила и выжила. Когда ты собираешься начать жить своей собственной жизнью? Слоган фильма звучит как самая красивая история о любви 20 века. Поэтому пусть этот фильм станет главным подарком ко дню всех влюбленных от потрясающей певицы Мадонны. Мы не хотели как бы устраивать что-то грандиозное, поэтому решили просто сходить в кино. Я большая фанатка Мадонны, обожаю ее. Пинкарта, тапецка, славянеева. Так как сегодня праздник, так что я думаю, лучше этот жанр подойдет. Ну, дружин тапецк, ну, соукомс. Валентин Дин, милостив. Восхитительно роскошный и невероятно стильный. Дорогая, они не причинят тебе боль, если только ты не позволишь. Фильм «Мадонны». Мы верим в любовь. Эбби Корниш, Андрея Райсборо, Джеймс Дарси и Оскар Айзек. Ļoti laba filma, jā. Jā, man ļoti patika. Raudā ir gan ieslas, gan arī asars. Ļoti brīnos, ka Madonna tiešām kaut ko tādu spēja paveikt, jā. Очень понравился, да. Хороший фильм. Нет, не плакала, но понравилось. Очень понравилось, да. Хороший фильм. Всем советую. Еще раз стоит посмотреть? Да, стоит, я думаю. Varbūt varbūt nav tik pacilājoši šodienai, bet kādā ziņā nopietna filma. Фильм просто замечательный. Вы хорошо провели время. Замечательно.